Всем привет, с вами Шуха, это развлекательная рубрика «Колесо Фортуны», в которой приглашенный гость играет на своем сигнатурном герое. Задача – назвать 4 шмотки, которые он соберет в игре, плюс 3 айтема добавляю я сам. Как игра стартанет, путем рандома от 1 до 7 выпадает цифра, под ней шмотка, которую нужно будет собрать в первую очередь. Также участник имеет право закупиться на 1600 голды, включая стартовый закуп на свое усмотрение, купить условный сапог, ботл и стики, а дальше уже что выпадет рандомом. Ну а гостем рубрики будет топовый пуч, ютубер Коля Драгоман. Переходите на его канал и чекайте крутые видосы. Ну и приятного просмотра. Ребят, топовая рубрика «Колесо Фортуны». Сегодня с нами Коля Драгоман, топ-1 пуч, лично, по моему мнению. Вот, ну как минимум. Поэтому... Привет, ну что, Коляныч, привет. Здравствуй. Да, привет. Я уже решили, готов. Да, решили мы залететь не на большой рейтинг, потому что, ну, на большом... Да, мы играли, там выигрывали, но не те билды, да, которые хотели. Да, хочется немножко порофлить, так сказать. Да, давай тогда покажем, сколько есть ПТСов, ребятам. И мы пойдем на мид, кстати, на бюджет. Тут 3300 нормально. 3400, ну, давай ты как бы. Ну давай, 3400, погляем в правильную сторону. Жетончики есть? Конечно. Так, ну тут все шмотки выбираю тебе я сам, получается, поскольку рейтинг есть. Да, давай, let's go. Давай, найти игру. Подожди, а можно я что-нибудь... Стало недоступно, я испугался, ты видел? Да, как-то бан дали. Так, да, я тоже испугался. Так, себя. давай, выберись, хоть какие-то, но это будет точно мом радик, я тебе говорю. Саша Яша. Вот давай даже один артефакт выберу, это пусть будет Саша Яша, да. Саша Яша, окей. Все, больше... Четвертое я выбираю, дагер на силу. Хорошо. Я просто так, знаешь, типа закинул, чтобы для интереса. А что дает лайфстила способностей? Бластоун. Ну слабый, да, Васильчик? Подожди, ну Бластоун плюс, ну че... Этернал Шрауд. 25 у него в этот... А у Шрауда? А Шрауд 20. Так, ну здесь Бластоун жмется, он хиляет сейчас или нет? Ой, как честно говоря, даже расходит действие текущее здоровье, чтобы временно удвоить вампиризм заклинаниями от этого предмета. Тут по-другому, да, работает. Да, я просто не покупал еще ни разу, так что... Да, тут ты его нажимаешь, он тебе не хп восстанавливает, а восстанавливает, увеличивает... Да. Так сказать, регенерацию. Да, это неплохо, кстати, это очень интересно звучит. Мом Радик. Саша Яша. Дагер на силу. Дагер на силу, да? Тогда получается пятый это будет пусть Этериал, я не знаю. Этериал? Для Керри Пуджа? А, ну подожди, Мом Радик. Мом Радик, Саша Яша, Дагер на силу, Дайдалус, вот. Смотри, что дает Этериал. Вот я тебе наведусь. Дайдалус и Сатаник, все. Дайдалус, Сатаник. Седьмая шмотка. Так, Мом Радик. А, ну и Рапира. Рапира, понял. Рапиру на седьмой слот в этот раз. А Аганима, кстати, не будет. Да, ты... Ничего страшного? Ты выбрал Саша Яшу. Мы тебе дали возможность выбрать одну шмотку, это была Саша Яша. Да, так я не хочу. Ну, типа... Я понимаю, что я могу, типа, да, там, купить Аганим и с помощью его фармить. БФа не хватает для фарма. Понял? Не, если можно было выбирать его первый артефакт, который я бы собирал бы, то я бы, конечно, взял бы либо Момбы быстрый, либо БФ. То есть, но для фарма. А так, если все рандомно, то, знаешь, Саша Яша — это тот артефакт, который будет таким... Всегда полезный. Да. Вот так вот, можно сказать. Мом, Радик, сразу продиктую для зрителей. Один Мом, второй Радик, третий Саша Яша, четвертый Дагер на силу, пятый Дайдалус, шестой Сатаник, седьмая Рапира. Обычно Рапира на пятом, но пусть будет в этот раз на седьмом слоте. Господи, только не первая Рапира. Могу, кстати, Дайдалус на Сильвер поменять, хочешь? Дайдалус на Сильвер? Ну, кстати, да, можно. Будет круто. Давай, Дайдалус на Сильвер променяем. Будет лишний скейп, можно будет где-то лучше исполнить. Просто, а теперь вдумайся. Мне первым слотом дают Сильвер, потом Саша Яша и Мом. Или допустим, Мом, Лотар и Саша Яша. Это вообще кайф. Нам не хватает здесь, кстати, Баша. Нам Баша не хватает здесь, но пойдет. Башер не нужен. Ну, может быть, но вот так вот будет. Пусть будет так. Вот. Просто, вот знаешь, что прикол? Вот представляешь, если у меня сейчас первым артефактом выпадет Рапира. Ну, представляю, ты будешь ее фармить, а потом будешь просто фармить, пока другой слот не появится. С ней вместе. Я не знаю, я, честно говоря, даже не представляю, как это будет, потому что, ну, Рапира 6000 нафармить на Пудже в начале, ну, это не то, что, ну, это надо убить много раз, это нереально. Да реально, Коля, реально все. И не такое ребята делали. Сейчас ты покажешь. Тем более ты не пуч, у которого 5 игр там или 10. Согласен. Ты пуч, там 8к на пуджа апнул. Все нормально. Нет, самое главное сейчас это его просто пикнуть. Да, на 3к, конечно, блин. Чем меньше рейтинг, тем больше вероятность, что он будет в бане, либо его. Да, там, я не знаю почему. Вот я очень много проводил статистику, очень много играл на разных рейтингах. И вот
Если ниже 4000, пуш процентов 80 в бане. 10% это обе команды выбрали пуш, и 10% ты можешь взять. А вот выше, сколько не играет, там, ну не знаю, только 10% банится пуш. Вот реально. Что-то даже ждем. Не уважает пуджа на высоком рейтинге, получается. Так вообще там. Берешь пуджа, уже сразу минус, минус герой. Потому что. Ну, тем более, сейчас он довольно-таки слабенький, поэтому. Сложновато. На самом деле, не он слабый, а просто другие герои очень сильные, как бы по сравнению с ним. Поэтому. Да, сейчас, конечно, сложно. А, нашли карту. Это понял, я же просто начал угрожать. Типа, наныл что... ты, да. Да, наныл. А всегда работает, я говорю. Это все знают, просто некоторые, ну, типа, ну, что ты ноешь, что ты ноешь. Надо просто поныть, и все будет. Это, ну, первое правило в жизни. Если ты ноешь, значит, все случается. Так, так, давай, скрестили пальцы. Все, я не знаю. Наглым образом. Кстати, знаешь, что я заметил? Когда я и... Мужички. Так. Что говорит он? Забань кого-нибудь, забань кого-нибудь. Да, слушать. Ебать, добрый вечер, как вам же дела? Nope. Добрый вечер, нормально. Забанили, Коля. Забанили, как мы и говорили. Ой, не, блядь, друг. Конечно. Все, что как бы, всем понимаю. Пока. Шанс, то, что пуш будет в бане, 80%. Ну, давай, давай. Надеюсь, так сказать, нам повезет. Фортуна улыбнется вместе с Габеном. И пуджа не забанят. По статистике вообще, когда я брал мид... на таком аккаунте, то пуш не банился. Именно почему-то, когда я хард брал. Но сейчас я на миде. Все, нашли катку. Блин, уже третий или четвертый раз. Да, это я уже не могу. Я сейчас забанят, я буду в тилте жестком. Это меняйте на себя. Я навел на пуджа. Упорство, вот я кликаю на него. Тай. Тихо, сюда. Тихо. Подожди. Блин. Всем да, пока. Я в окно. Вчера записали начало, а сегодня записываем саму игру, да? Ну да. Этот. Так, сейчас инвокера в бан. Давай. Но если что, ты можешь там будешь ставить, как у нас все банится. Ну, да. Да, потому что, ребят, вчера мы, наверное, игры 3 сыграли, и пуджаб всегда банили, либо забирали. Вот вроде, я знал. Вроде так было. Я знал. Смотри, он хотел. Тихо. Не дыши. Не так долго думают, навряд ли пуджа. Один уже пикнул. Ну, кстати, да. Возможно, пик пуджа делается на ФП. Прям а как так... ты узнал, что один уже пикнул? А, он хотел, этот парень, вот этот хотел. Смотри. Ты помнишь? Я говорил, предикт ван. Предикт ван. Здесь будет не ван. Да, Коля на записи сказал, что здесь не будет бана пуджа, и он на нем сыграет. Удивительно, смотрите, а? Надо быть ставочником каким-то, я не знаю. В казино пора. Так. Это чуйка, бро, это чуйка. У меня просто прямая связь с пуджом, понял? Так, смотри, что мы ролим сейчас? Сейчас я ищу. А, ну, так не, вот, не, у меня не. Есть Мом, Радик, Саша, Яша, Дагер. Так, да, Мом, Радик, Саша, Яша, Дагер, Насилу, Сильвер, Сатаник и Рапира. Да. Во. Так, ролим, знаешь, прямо в игре, наглым образом. А, что-что? В ролим прямо в игре наглым образом, то есть не смотрячимся в чате. Кстати, да, почему бы и нет, реально. Кстати, пикнет это не самая приятность против ОД, да, будет? Или МК даже? Да все бы неприятно, честно. Нет, МК керри, ОД мид, ДК хард. Хард, да, ну да, ДК мета хардовая сейчас. Ну а прежде чем мы продолжим, я бы хотел рассказать про моих друзей из Винлайн. Они сейчас дают фрибет номиналом 10 тысяч рублей. Для тех, кто не в курсе, фрибет — это бесплатная ставка на абсолютно любое событие, которое на Винлайне, в отличие от других контор, отыгрывать не нужно. Заливаешь на интересный тебе матч, побеждаешь и выводишь кэш. Все легко и просто. Сейчас как раз идет мажор по доте, я решил тоже воспользоваться сайтом. Залил немного на победу OG. Винлайн, проверенная лично мной контора, является официальным БК, поэтому переходи по моей ссылке в закрепе и забирай свои 10к. Там я немного билд, интересно. Так, смотри, первое, то, что я понимаю, что я могу взять, наверное... Да, ты еще что закупить? Сам подумай, не обязательно, может, не обязательно фарм. Не, без вызов я не буду играть на пудже, на керри пудже. Чтобы мы ему сразу на первом уровне дали пизды. 550, 400, ну не, мне хватит. Подожди. Не хватит урона, по идее. А, ну да. Ну, блядь, не получится, например. Я думал, может, кулаки, может, эти взять, когти. Не, когти мне хватит урона, в принципе, я думаю. Конечно, да, выглядит так себе. Ой, это просто кринж, бро. Это просто кринж. Оп. Бля, какая. Для пуджа, да, сразу? Конечно. Нет, просто ландшафт это хороший. Не, роли, знаешь, когда? Когда? Когда крипов выйдут, начинают встречаться, да, чтобы вот сейчас акцент у всех будет на чате. Сразу увидят.
Так нет, тут чат пустой, я думаю, его видят. ДК. Ну, а с печенька? Да, печенька хорошая была, кстати. Я забрал. Ну, такой, конечно, да, отходил, конечно. Кого там хуканул? Ой, тихо. Осуждаю, таких типов, да. Осуждаем, правильно. Вот это респект. Это воспитываем общество, понимаешь? Стримеры воспитывают общество. Я где-то в видосе видел, что Коля говорил, если он слышит фразу, я только проснулся. Живой еще увидит Лэпс, ему будет плохо, правильно? Это да, это есть такое. Я вот могу смело заявить, что я только проснулся, ребят, тоже, потому что... Я реально только встал. Да, кстати, спасибо, что пришел на запись. Можно, да, уже сейчас? Ух, что ты сделал? Ты видел? Нормально крутишься. Он просто взял и почему-то ударил этого крипа. О, а этот не согрелся. Ну неплохо получилось. 4. Дагер на силу. Дагер на силу. Так вот. Ладно, неплохо. Пока, конечно. Что ты понимал, это еще, ну типа, все видят, понял? Все. Да, я знаю. Пока что никто ничего не сказал, это хорошо. Я не думаю, что кто-то что-то скажет, потому что, ну, я говорю, тут такие адекватные. Вот это настоящие мужики играют в вот доту. Да, надо, конечно, бывает, там что-то кто-то накакает в чат, но это такое, это нормально. Вот реально мужики играют. Не, ну, может быть, и мужики могут сказать, ты что, видос записываешь? Обычно вот так вот. Вот. Ты что, какой-то блогер? Я скажу, ну, да, типа, я хайд снимаю. Я помню времена этого Вижелинка, когда он, типа, знаешь, что играл. О, эти гайды. И еще, типа, ну, понял, разговаривал. Вот это норм было. На снайпера гайд, я помню. Это вообще легендарный гайд. Нормально я сделал? Да. Ой, фу. 6800, дядь, 6800. Ты... Как это сделать? 6800 денег? Да. Сейчас с дагером генгать. Я не знаю. Ну хотя, если с дагером начнешь гангать, игра быстро закончится тоже. Ну нет, не думаю. Хотя, может быть. Но просто знаешь, что такое? Это не самый... Да ты задолбал меня. Он, знаешь, он даже ладно, не денайл. Ладно, хотя бы денайл бы. Я бы денайл, но нет. Блин, знаешь, чем прикол? У меня вообще от хила нету. Вообще, в целом, ботл как... Если в теории взять, ботл как расходник, правильно? Но он всегда остается в этом, поэтому не будем его так считать. Что-то голды, он вечно юзается. Ну, блин, он хаммер делает первым сотом. Ну, это неприятно, кстати. Это очень неприятно. А капли расходник или нет? Конечно, расходник. Капли, да. Все, кайф. Ну нет, все, хватит. Ну не трогай. Ну, МКЗ байтить можно, да, как-то? Ну да. На тупости слоить. Он бы агрессировал. Этот, видишь, он да. Что он делает? Он стоит ФК, нажимает второй спелл. Это все, вся его работа. Он сейчас бы его, конечно, подсадить на свой, как бы, жилистый пулчок. Кстати, но... ночь. Возможно, у него да, апса но... нету сейчас. Не, он есть, у него есть апс. Он здесь поставил его. Я видел. А что-то он как-то немного этот агрессивненько здесь делает. Ладно, давай вот этого. Главное, чтобы не килл. Ну, конечно. Да, диагноз Алёши. Не трогай меня, ты извращенец, блин. А, уже есть этот метеор. Вот так давай, ты всё сделай. Надо. Нет, я забираю, я не смогу. Да, он знает, что тут. То, можно забайтить. Ты прикинь, он знал, он просто наперед кинул. Офигеть, не встать. А прикинь, ты в его сторону пошел бы и начал бы его жрать просто. Да, это было бы сильно. Че, он глиф не нажал? Вот бы выжить. Кстати, че, он же бессмертие, возможно. Нет. Только не с билдом через силу. Только не ты через такой билд. Так, нет, я сюда влеплю, давай, пожалуй. Так, подожди-ка. Кстати, если он нажал бы глиф, он тебя убил бы, да, скорее всего? Может быть, не исключено. С командой везет, пока что по киллам идете. Ну, как сказать. Ну, да, есть. Ну, это что, это 6-3, это разве много? Было бы 10-0, тогда мы поговорили. А так, что так? Так ни холодно, ни жарко. Парни, я сейчас наверх к вам приду, не умирайте. Бабку должны убить. Бабку убили, да. Тогда я не лечу. На бот. Блин, хотя, конечно. Ты чего? Может, повторно надо ему? Ну вот, хотелось бы, да, повторно. Повторно в чувство привести, ну.
Как сметерка, да. Снэпка сделает эпономит? А чё, пусть сделает, он на тебя забайтит с метеором, а она с печенькой тебя убьет. Или нет? А, он не, он тебя не слушает, сори. А так можно было легко его забайтить. Он... Ну я не смогу его так. Хотя. Не-не-не-не, он не видит даже, у него вижена нету, да? Он так бежал до конца, чекнуть руну. Да, вообще нет у него вижена. Не должно быть вижена у него. Понял. Почти. Ну, видишь, он там, то туда, то сюда. Блин, ну я не знаю, честно говоря, варик влепил. Влепился вард. Фармить надо, фармить. У него вард, у него там вард. Но зато он так меня не видит. Одну тычку дать. Как же он быстро, да, ушел? Какой же он... Знаешь, что я хотел сказать? Ну-ну. Чтобы ты чуть-чуть после хавалки вперед двинулся, чтобы побольше. А я хотел, я не успел. Я хотел еще дать тычку, потому что у меня была ДД. Может, декал быть? Декал какой? Надо с вами с первого зачем-то. Ну-ка. Сюда, сладенький. Ха-ха-ха. Не-не-не, здесь уходим. Блин, вот так его нету. Извиняюсь, что-то немного горло это запишило. Да пофармить бы. Ну блин, фармить это, конечно, хорошо, но у меня хорошие этот герои на линиях стоят моих. Ну, типа там этот. Один стан, второй стан. А, я понимаю. Так что мне надо гангать. Тем более, если я хочу пассивку заработать, а мне надо это делать здесь, в принципе. Тем более, посмотри на мой билд. У меня просто ничего видно, нет. Видно, медовый путь сразу. Стан просто дай ему. Так, да, дай наглость. Стан стянуть. Я купну. Каким бы не попал? Или сейчас бы зомбарь появился? Это было бы ну, или, да, зомбарь появился бы раз, либо секунда стан был бы. Но там четвертый левел, стан не может быть такого же. Кларити есть, поэтому можно, в принципе... Ну, кстати, без закупа сложно, да, фармить? То есть даже если ты стакаешь... Да, понимаешь, я даже не могу это толком танковать. То есть я бы хотя подходил бы с чем-то билку без ультимейта, билд, да, а так не могу, понимаешь, что делать. Стан кого-нибудь. Найс, nice, стан КД там. Тут МК еще, аккуратнее. Блядь, отходите сразу, я не понимаю, алло. Сейчас арена будет? Ну тут все герои, ну что, ну парни, ну что вы делаете? Ну куда отходим? Может, мы пойдем вперед, когда три героя сделали ТП? Я ТП на топ сделаю, Лего. Давай, тут ОДА вот здесь. О, блядь, наша пушечка. Сюда. Вот там форсится, видишь, я больше не буду никогда форситься на вот такие вот голы. Это... Ну куда вы отходите? Ну куда вы отходите? Он что-то сгорел на меня. Слушай, если на ОД гангаешь, пусть кто-то подстраховывает. Че ты там выпендриваешься? Метеор взял, думаешь, все, игра выиграна? Нет. А я сейчас знаешь, что сделаю? Не трогай, я заберу руну. Опа, ой, я что-то немножко... Я немножко... Да, пару лишних тычек решил хапнуть, да. А я так, чисто. Я иду на топ. Чел, я нажал как бы кнопку, не дотягивал. Тебя будет взять стан на двоих? Успели. Ой, тут надо добить. Там у него этот... Блин, я сейчас столько бабок на фласки потрачу, ты даже не представляешь. Но я не могу ничего по-другому сделать. На базу бегать? Да-да, сейчас буду. Я буду сейчас столько времени тратить, если буду на базу бегать. Вообще, ну просто, ну... Ну слушай, пока что бессмертие челлендж выполняется. Да, это ненадолго. У меня нету ни одного артефакта на выживаемость, я умру в любую секунду. Ой, слушай, ну с такими флашечками, да, мы, по-моему, даже это дальнего сила не купим. А что поделать? Я ж не могу игнорировать фласки эти. Либо я буду на базу просто бегать, это очень много времени тратится нам. Ну слушай, следующая любая шмотка, это уже нормально. Смоки нажмем, или сбушим мид. Вот. Опа. Парни. Уплатил за жопу. Только не меня.
Ну не, ну как ты иллюзию, братиш, ну что ты делаешь? Блин, это так смешно было. Да, ну то я где я мог. Ой-ой-ой, надо бы отойти, надо бы отойти. Это было так смешно, слушай, я не могу. У меня КД спалы все, поэтому я пока не агрессирую. Дальше, давай. Стан-стан? Ну а что вы любите? Уже не в стан-стан, как бы, видишь? Это вы любите. Ой, ну не бей, не бей! Не надо, не хочу! Нормально, живем. Ты мне лучше ответь на вопрос. Да-да. Слышишь? Ты видел, там толпа героев, он просто спрятал метеорку в стул. Да-да, это тоже было, мне понравилось. Ой, какие-то там... Хорош, Колян, я просто тихо-тихо-тихо, сейчас умру, погоди. Да не умрешь ты. Вот как я могу пойти на базу? Я не пойду. Зачем, как говорится, шмотки заказывали? Блин, это ты, кстати, забрал на силу сразу. Так что все, терпи теперь. На самом деле, как только я куплю эту штуку, у меня игра будет хорошо идти, потому что это много хп у меня будет сразу. Подожди, ты хочешь, что у тебя сейчас плохо игра идет? Нет, в плане, что у меня герой будет не кусок говна, потому что как спелы закончились, я не могу ничего сделать. Я не могу ни вперед пойти, я не могу и назад пойти, понимаешь? Стакни! Ну тебе надо это, подрасслабить булки чуть-чуть. Мне, так я, у меня булки расслаблены на максимум. А дай я пофармить. Мне вот так вот надо очень сильно. А дай, нам не хватает. Дай деду. Кстати, это наша линия, и мы ее качаем. Да ну. Сюда, молодого. Тихо, я нажал? Не нажал. Настя его спрятал. Оп, хелп! Да, я же ему... Печеньку! Ой, мой хороший. Поможет? Блин, яд сбивает. Коленыч, яд сбивает. Капли есть. Тихо. Не успел. Ну, то, что мне, конечно, дали, это плохо. Ты еще голды. Ты не убил. Ну. Кева с рулетом бегает включенным. Все, нету кнопок, поехали. Уйдите, просто уйдите. Нету кнопок, поехали. Ну, хотел сказать Коле, чтобы он поддался, а тут уже не пришлось поддаться. Да, я говорю, это ненадолго, забей, это не так уж легко выиграть эту игру, поверь мне. Там ОД сейчас нормально, ОД, знаешь, чем прикол? Хоть я убиваю ОД, ОД в разы сильнее меня. Он сейчас просто-напросто так поднабивает и все. Вот смотри, там ДК уже получил с меня 1000, он сейчас только что тоже получили, плюс 500. Так что норм сейчас там будет. Пойдем, смотри, вот так вот. Не, на дереве сидит. Чувачелло, или мелкий спот бьет. Сюда, родненький. Так, печеньки пролетают. Надо палку что-то тратить. Ну и... Ну ты вообще, ты норм? Бабка ультанет. Сейчас. Прыгай. Братиш, показываю. Прыгни! Легион! Ой, блин. Ноль, это заработал. Ноль киллов, да, забрал. Зато на бабки все киллы. Главное, я нажал на него, ты же видел, у него блинк был. У него же был блинк, я же нажимал на него. Да, у мандраж какой-то, он две кнопки не может нажать. Испугался? Ты как легионка-плеер в том числе, расскажи, сложно это сделать? Ну, иногда бывает такое, когда ты нажимаешь второй обратку и блинк одновременно, оно может не сработать, потому что у блинка, ой, у блинка, у этого... У второго спала есть своя анимация. Из-за этого как бы может такое быть, что ты не, ну, блинк не прожимается из-за второго. Но он второй не нажимал, понимаешь? Сейчас. То есть нам нужно очередно нажать, типа, второй, обратку, плюс блинк. То есть, типа... Подожди, Колян. Да. Лучше подскажи, сколько игр у тебя на регионке? А, меньше, чем на ПЖ сейчас. А, серьезно? Ну, на ПЖ где-то сейчас 600 с копейками, а на легионке 500, что в этом духе. Убить. Я думал, 1003 на легионке. Нет, ты что, у меня всего лишь 5000 игр. Олега, вот этот парень. Давай, родного. Я сейчас блинканусь. Не дают! Не, челлендж без хилов. Не обезьянь, смотри. Не дали. Да, обезьяне смешной парень. Да дайте килл, блин. Бедолаги, хотя бы даггер за эту игру собрать можно? Да, кстати, ну нет... Так, парни, надо отходить. Колян, пока три шмотки ты не Парни, надо отходить, парни. Бэк.
Ладно, вы чересчур задавили, честно говоря. Это реально чересчур. 4, алло. Один не поверишь, что надо в бэк отходить. Да пусть идут. Для гема, что с гемом делать? Не, оставь себе, ты просто пусть идут, а ты не помогай, вот и все. Они не справятся. Я просто понял, что мы чересчур сильно сдавили. Конечно, ты не даешь дышать парню. Оп, умер. Раз, поехал. А я предупреждал парня. Горол. Давай, давай. 6. Сатаник. Я вас понял, мистер, я вас понял. Слушай, все мои шмотки залетают на ура. Не, ну, подожди, подожди, смотри, по идее, как бы, да, суть в чем ролика? То, что мы должны, как бы, собрать, да, а то, что у меня получается и так играть без этого всего, ну что, я виноват разве? Да, ну суть хотя бы 3 шмотки собрать, чтобы посмотреть, что этот билд вообще будет работать, что ты будешь делать, если... Вот, поэтому да, торопиться некуда. Ладно, мы-то я... так и так знаем, что ты здесь выиграешь. Вот я думаю... Ладно, я буду с Аквилой, наверное, бегать, потому что дает мне ману. Я с тобой, Олег, буду. Я буду с тобой, не переживай. Ну. Вот это... Только не прячь меня! Сечёныш. Тихо, бегу, бегу! Хелп! Так. Так, нафидели. Только дэмэдж максимум. Ладно, я видел просто АД наверху, я думал, АД тут не будет. А АД даже второй склад. А ты сейчас не специально сдох? Нет, ты чё, я никогда не умираю специально. Ага. Я просто вроде как видел АД наверху, где-то вот здесь вот. А мне показалось, как будто специально всё. Не-не-не, ни в коем случае я такого не делаю. Осуждаю вообще. Парень, никаких 3-2-2. Все, отлично, отлично. Да, 3-2-2 не приветствуем. Смотри, так, тут у нас 5 плюс 9, так будет 5 плюс 4. Нет, 6 плюс 4. То есть там будет 14, тут будет 10. Но не так уж и много, а при этом мне мана нужна. Слушай, ну экспо у тебя дофигища. Это да. 16 левел. Да, но артефакты у меня просто, знаешь, типа, если посмотреть... Вот представь просто, кто-то берет, открывает игру, смотрит, там путь что-то бегает, нагибает с блинком на силу. Я думаю, да нет, ара какой-то. Я бы... Я не подумаю, да ну нахер, пойду тоже соберу. Кстати, да. Как бы не повторяйте, я выпал на профессионалами, правильно? Да. Вперед, я не могу пойти вперед. Я не могу, мне дадут сразу стан. Пусть Кеос идет, я запрыгну в зад. Кеос идет, О, вот этот надо, парень. А он сзади, знаешь, что прикол? А он не может блинкануться. А он не может блинкануться, зайка моя. А это мне килл. Я в зад запрыгни, главное, колено. Да-да-да. Все, давай ты не будешь, слушай. Давай. Вырезать слова с контекста. Окей. Кого ловим? Да любого. А что брать, братишка? А у меня замедление, блин. Нажимаю. Это мой. Ой, божечки, я киллы зарабатываю. Ты видел вообще? Так ты вообще. Да, боже, дай подвигаться. Да, не быстрее. Стан. Еще стан. Так. Ну-ка, покажешь скиллу. А, ну нет, тут изи, тут изи, да. Ну за что? Да, ой, осуждаем. Ой. Осуждаем такого человека. А что, выкладывание не пашет? Сделали такую функцию, чтобы просто, да, светить? Да, ничего нет. Это просто, ну, это правильно, честно говоря. Ну, о, да, о, я чувствую. Вот по запаху, вот здесь это просто мартышкой воняет, я тебе серьезно говорю. А мне кажется, он не настолько глуп. Думаешь? Да. А я вот прям... Что чувствую. Он там, о! На деревьях. Да, дальше. Вот хотел сказать, дальше прыгнул он, по-моему, за тавр. Ой, братишка, вонючечку. Какая ошибка. Вонючечку. Слушай, ну это же не честно, то, что он в стене, когда прыгает, идет звук. Нет, честно. Почему? Потому что тогда бы вообще, ну, никак его нельзя было поймать. Так же, теперь же сделали, что у даже этого, как его зовут, господи, ну, того, кто... Питлорд, не Питлорд, а... Как его зовут, господи? Бист что-то там. Бист... Как? Это новый герой, короче. Нет, новый герой. А, Primal Beast. Во-во-во. У него же теперь первый спел тоже, типа, со звуком работает. Даже в стене, да, если... Да, конечно. Там уже пацаны все говорят, что мы закончим. Да, конечно. Да, пусть заканчивают, ты вот вниз попал. Да, я пошел, я вот тут. Да. Я не смогу, да, его, наверное, убить. Хотя... Нихуя себе. Можно вот так вот нажать. Это так вот, да, парни. На бот будет плюс? Ой, как же больно. Ты не убьёшь разве? Уходим. Текаем. Оп!
Нет! No, dude. За что? Слушай, там им, блядь, почти три ломают, а они тут четвером. А я не знаю, что они тут делают вообще. Ладно, гем валяется, кстати, подожди. А, нет, все. Не, не валяется. Просто, боже, два артефакта бегаю. Я не знал, что тут еще дракон бегает, понимаешь? Ну что они тут делают? Это вообще не нужно. Не, это имеешь в виду Джекира? А? Ну да, два дракона вместе бегают. А, ну, кстати, да, там же два дракона. Один и второй. Ну, видишь, ну, слушай, уже 18-й левел, да. Типа более, на самом деле. Я же говорю, что у меня там нормально. Накидать. Да, это я сейчас сатаник. И поехали. Так, сатаник, сильвер. И... Хватит. Можно уже команду устраивать. Ой-ой-ой, ну я говорю, это какие-то задроты. Я явно бустеры. Там по ДБКБ скоро будет. Блин, я один просто... 30 минут я играю с одним артефактом. Это неадекватно. Слушай, у тебя на творог 10 тысяч примерно, да? Ну, сколько? 6500 плюс это вот, да. Ну, с учетом того, что у меня еще бабки наверху, нет, то да, около того. Не так уж и много, на самом деле. Ну да, с таким, но... с такой первой шмоткой много нафармить сложно. А с какой шмоткой мы бы нафармили? Ну, только с Радиком. С Момом, с Радиком. Ой, с Момом я тебя молю. С Момом нет. Не? Нет. Мом это такое. Ну ладно, если мом Саша Яша, это стоит примерно как 6 тысяч, ты тоже бы нафармил быстро, согласен? Ну это да. Смотри, парни, на вот там, давайте пьем. Давай. А Тараска у нас есть в этом? Нет? Тараски у нас нет, да. Тараску я брал, и Сильвер поставил вроде. Нет, и Дайдалос убрал, Сильвер. А, сатаник я убрал. Нет, ты еще смотри, ты криты убрал и поставил Сильвера. А, ну Тараски значит нет. Тараски нет, просто так. Я просто думал, понял, сейчас я все риверы соберу. Корица, все собрал. А какой ценой? Ценой силового даггера. Лола, они что-то дают. Здесь реально далеко, надо отходить. А не, пусть, да, пусть идите. Не буду же спасать этого пацана. Давайте, парни. Парни, на развороте, давайте, let's go, go. Бачу их. Ой, я тоже вспомнил. Да куда? Я просто решил забайтить их жестко. Не знаю. Вот у ДК, кстати, слишком вышел далеко. Надо, наказывать надо за такую наглость. А МК на дереве сидит, что ли? Я успел. Сюда! Ну-ка. Нет, блин, сбили. Это рел ван, кстати. Угу. Сейчас я заберу. Он в управлении запутался, иллюзия или что? Он, наверное, хотел. Не знаю, может быть, кстати, да. Так, ну сатаник почти готов. Так, они хотят уже три ломать, да. Да, пусть ломает. Смотри, сколько фарма на топе. Это нельзя пропускать. Это правда, да, это правда. Я только одного крипа дапшу еще. Как урона вносит, интересная тема. Там можно посчитать, на самом деле. Там типа смотри. 100 плюс 150 от силы владельца. То есть чем больше силы у меня, тем больше урона. То есть сила и плюс половина силы. Понял. Что с Тарасочкой там будет вообще так. Ой, ну что ты там все. Ну, а без тебя наказывают, кстати. Да, но это если это хорошо, а это не есть хорошо. Это... Мне кто-то уже поморгал. О, вот это имба выглядит. Лапы. Ой. Лапы паука. Не смог спасти. Вот, блядь, почему ты не зашел? Все кнопки. Хукнул. Так. Чувак, ты что, паучьи лапы врубай? Тихо. Так, ролл. Когда мы переиграли, получается. 4. Было. 4. Да, где-то сила было. Еще раз ролл. 5. Да и да. Сильвер. Ау, я керри пуш, если что. Какой нахуй керри пуш? Керри пуш, ты что не знаешь? Сейчас момчик соберу, норм будет. Момчик соберу, норм будет. А вот, а ты думал. Вот и сколько будет крипов. Ребят, отвлекай его на крипов. Чтобы его команда сдохла. Я не могу все равно. Я не хотел идти с ними. То есть тут уже я могу прямо уверять, что я не хотел подойти. Так что можешь не это. Что лучше? Нет, лапы, я лапки. Ему спит, это мое все. Есть. Лапы я люблю. Знаешь, в чем вопрос? А что взять себе? Силу? Ну, за даггером на силу. Нормально, да, стапится? Ну вот, я ж поэтому и спрашиваю, что взять. Либо взять себе урон от ультимейта. Силу, конечно, ты с руки будешь бить. Да, вообще да. Мы же не хаваем тут. Ну вообще-то, сейчас мы такое хавали, потому что урона не было. Ну а теперь будем бить. Так, ну-ка, поймаем. Тихо, это иллюзия, да, я это знал, иллюзия. Я отменил, но она не изменилась. Блин, смотри, сколько фарма там. Да, я вижу. Во как. Ты уверен? А, что хочет.
Ну, сатаник. Не дадут просто даже ударить. Ааа, тут все, ты понял? Да. Ладно, я удивлен. Окей, хорошо. Они прям не обвиняют. Из кустов вылазили. Да, они вон все тупо нажали. Они меня не любят, да, они меня не любят явно. Это прям явно какой-то вот... недолюбием меня. На самом, да, на вот самом деле, пост просто. Проблема в том, что я вот даже, ну, с такими артефактами не перебью ни одного героя из них. МК будет сильнее в разы, если нет какого-то башера. Ну, хотя ладно, с Селером я перебью, если криты будут. Сруби дерево. Убить? Просто... Ну, с одной стороны, как бы хорошо... Но с другой стороны, вот... Не, уже нехорошо, Коляныч, уже нехорошо, уже они сильные. Ну да. Да не, на самом деле я убью с ультимейта. Вот, понимаешь, вот прикол в том, что... Но на самом деле хорошо, уже небольшой камбэк произошел, они могут драться, поэтому надо уже подраться пятером. Да, уже можно душить. Ну как бы... Ну слушай, а что, сложно? Сложно нажать на легионки даггер и спустить его с дерева? Я не могу понять, блин. Объясните мне, кто. А, у него вроде ультимейт был, когда еще пару секунд. Да ладно. Че, парни, я иду на топ, поподеремся. Так там 5 секунд, он встанет, стоит, когда дерево спускается. А у него не было чем срубить. У него нет топора. Да, топорик, конечно, да. Я не хотел, что папка срубила, она может с вторым сполом срубить. Давай, или форстафом, допустим, но она не умеет контролировать героя. О, ОД можно поддушить. А, у него Аегис же был, да? Так, фиг туда дернешься отсюда. Ха-ха-ха, братишка. Чего ты тут хотел? МК стелит. Не стелит. Нормально. Вот так вот. Ты видел? Ой, раньше. Так, а этот, я не знал куда. Отменил. Я же видел только чуть. Иллюзия. Тут сторона какая-то хочет падать. Блин, там еще ДК вот этот неприятный прилетает со своим станом на 5 секунд. Че, идем в сторону тогда ломать? Ну да. Окей, let's go. Что происходит? Забашил меня! Ой, это плохо. Или прямо здесь задушил его. Сюда, молодой. Сатаник рубить. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Ну что-то мы заканчиваем, слышишь? Да, ну на МК слабенький чел. Я не хочу, да? Ну не заканчивай, если не хочешь. Так, сейчас мой кратенько. Ну ты вообще псих или что? Ну я тебя трогал, дурак, блин. Ты писай для него. Ну ты шмоточки почти собрали. Ну как? У меня, конечно, два артефакта просто, которые стоят кучу денег. А так да, в принципе, почти собрали. Ой, же смотри, научились белку не бить. Ну давай, псих ты, блин. О, ты видел? Угу. Чё, отойди типа или что? Хотя тут мега-грипы. Да не, уже нет смысла, все уже. Ладно, как скажешь. Ну, это было интересно, но, к сожалению, не получилось то, что как бы в итоге мы хотели, но... Домой мы не долетели, но да, неплохо. Просто слишком дорогие артефакты, понимаешь? У нас нету ни одного артефакта, который, ну, давал что-то мне так настолько много. То есть я вот брал Сашу Яшу, да, как бы пикал, но, как видишь, нам не пошло. Да и путь сейчас уже вообще, типа, не бьет. Если раньше у него хотя бы урон с руки был какой-нибудь или еще чего-нибудь, то... Ребята, Пуджу даже не нужны шмотки, чтобы выиграть игру, оказывается. Вот и все. Достаточно уметь играть на нем, правильно, Коля? Ну, вообще да. Ну как, взять бы... Ну а что, ты без шмоток закончил, мог кстати, выиграть да, игру. Да, это правда. Поэтому такая вот тема. Не, Бринг на силу каким-то первым артефактом он неплох, но как ты видишь, это слишком дорого. Слишком дорого. То есть взять вы. Mm-hmm. Вот я люблю два брайсера, худ вангуардик, либо, ну, либо то, либо это. Потом апнутый mm-hmm. блинк, хоть с удовольствием я бы взял бы, было бы круто. Ой, я тут нажал плохое работа в команде. Ну, согласен, что-то команда так себе подвела меня. Ну ладно. Закончила быстро, да, к сожалению. Да, да. Ну что, у меня хотя неплохой такой шурон, если с учетом того, что я, ну, пару вот их. А пропускал. Давай посмотрим, сколько ты принял урон на себя. Принял урона, да? То есть 50 тысяч. Вот ну, так вот. Ну, тут легионка больше, но она, видимо, просто много раз сдохла, да? 6 раз. Ну, на 2 раза больше. Так что...
Неплохо, неплохо, ребят. Да. Подписывайтесь на Коляныча, у него классные катки на Пудже выходят. Очень интересные, смешные, сам смотрю их. Реально смотрю. Вот. Поэтому советую. Да, но там немного закуп другой, поэтому, ну, не рассчитывайте. Нет, такой закуп вы не увидите там, потому что, ну, такие фишки он не раскрывает. Да, это когда на ин поеду, тогда будет все. Да. Такие дела. Ну все, спасибо, Коляныч. Да, Шуха, спасибо, что ты проснулся, пришел. Вот, спасибо, что позвал. Очень было приятно. Спасибо, что Пуджа дали пикнуть, это да, вообще... Да, кстати, блин, ребят, праздник. Спятали 4-й попытки. Сегодня праздник, вот, у меня через 3 дня день рождения, 22 мая, сегодня буду праздновать, начиная с сегодняшнего дня, потому что Пуджа я смог пикнуть, наконец-то. Да, и суток не прошло, спасибо и на этом.